называют азербайджанцев, говорящих на грузинском языке. В Азербайджане, в Балакянском районе, они проживают компактно и исповедуют ислам. С минарета мечети открывается лучший вид на все село. Единственное в Балакянах ангелойское село называется Итметала. С азербайджанского языка название переводится как «острая вершина». Село действительно расположено на одном из самых высоких хребтов Большого Кавказа, прямо на границе с Грузией. Такое соседство не могло не сказаться на культуре, обычаях и бытии ангелойцев. Ангелойские танцы можно разделить на три группы. Первая сформировалась под влиянием грузинской культуры, вторая – азербайджанской, а третья – это самобытные ангелойские танцы, не похожие ни на какие другие. Ага. Гетты. На первый взгляд движения танца кажутся незамысловатыми. На самом деле запомнить все эти движения довольно трудно. Этот танец исполняют только женщины. Самое главное – вовремя повернуться. Половину движений женщины исполняют, двигаясь вперед, а вторую – пятясь назад. Это всего несколько движений, но совершаются они в определенной последовательности. Двигаемся по кругу, словно вода в мельнице. Говорят, танец так и появился. Женщины таким образом подбадривали своих мужей и возлюбленных, которые работали на мельнице. Двигаться нужно очень быстро и плавно. Для этого нужна специальная обувь. Ангелойцы исполняют этот танец только в джорабах. Джораб – это одновременно и чулок, и башмачок. Они бывают длинные, короткие и средней длины. Ткут джорабы только вручную, поэтому каждый из них неповторим. Ткут джорабы из шерстяных ниток. Сначала вычесывают шерсть, а потом придут из нее нить. Пряжу по старинке окрашивают только натуральными красками, а затем с помощью 5 спиц вяжут джорабы. Спицы очень тонкие, поэтому у хорошей мастерицы вязка получается очень плотная. Рисунок традиционный. Символы солнца, огня, цветы. Мужские и женские джорабы отличаются по цветам. Синие и коричневые для мужчин, а красные, зеленые, оранжевые для женщин. Джорабы составляют часть приданного. Невеста должна принести в дом мужа столько джорабов, чтобы хватило всем родственникам – бабушкам и дедушкам, свекру и свекрови, деверям и заловкам. Так может получиться и сотня штук. Вяжут джорабы традиционно под музыку. Любимый национальный инструмент ангелоев – тамбур. Ангелои считают, что тамбуру более 2000 лет. У многих народов тамбуры трехструнные, а у нашего только две струны. К тому же мы играем только пальцами, не используем специальные насадки. Ангелои говорят, что в этом музыкальном инструменте воплощена душа почтенного старца, основателя села Итметала. Якобы он и создал двухструнный тамбур. Мудрец полагал, что в душе каждого человека есть место добру и злу, а значит и музыка должна строиться на их противостоянии. Так получились две струны. На тамбуре играют без нот, и это всегда импровизация. Причем чем старше исполнитель, тем интереснее композиция, ибо через мелодию он рассказывает о своей жизни. Музыка вообще основная составляющая жизни ангелоев. Под музыку они готовят, вяжут, укладывают детей спать. Здесь до сих пор поют особые колыбельные. Ангелои растят детей только в люльках. Существует древний обычай. Пока бабушки будут укладывать маленькую Элеф, их старшие внучки Гюльзар и Марьям учатся этому же на своих маленьких куколках. Детей укладывают в узкие люльки и закрепляют широкими лентами. Эти ленты как раз приходятся на животик, грудь и коленки малышей и служат своеобразным одеялом. Бабушки по очереди раскачивают люльку и поют колыбельную песню, в которой рассказывается о красоте горного края. Ля-л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 я
Мы укладываем малышей в люльки до 3 лет. И обязательно под колыбельную. Во-первых, это успокаивает детей. Во-вторых, прививает им любовь к музыке. К 3 годам дети уже знают слова песни наизусть и могут сами принять участие в старинном обряде. До года детей кормят только грудным молоком. А в год первый раз дают попробовать хлеб. Ингилойский хлеб называется пури. Лучшим пекарем в селе считается Земфира Алиева. Ее хлеб славится не только в Итала, но и по всему району. За ним специально приезжают из соседних деревень. Когда выходила замуж, совершенно не умела готовить. Супруг сначала смеялся, а потом дело чуть до развода не дошло. Вернул меня в отчий дом и наказал: если за месяц не научусь печь хлеб, могу забыть о семье. Так что выхода у меня не было. Готовила день и ночь и так наловчилась, что супруг теперь не нарадуется. Пекут пури в тандыре – национальной азербайджанской глиняной печи. А к столу подают горячим. Пури не разрезают, а ломают руками. И подают гостям с сыром и маслом. Баракат, баракат, баракат! Масло здесь тоже особенное. Называется оно кяря. Кяря взбивают в маслобойне из гатыга, особого сорта простокваши, который готовят из молока буйволицы. Кяря – самый древний сорт масла, и его приготовление – это целый обряд. Перед тем, как достать кяря из маслобойни, необходимо произнести заклинание. Хочу, чтобы масло было жирным. Хочу, чтобы гость ушел сытым. Хочу, чтобы в доме радость жила и жизнь как по маслу текла. Кяря подают к любому блюду, даже к махара. Это ингилойские блины, приготовленные тоже из молока буйволицы. Готовят их на перевернутом саджи, предварительно смазав его буйволиным жиром. Едят махара только горячими, пока жир не застыл. Махара – это символ солнца. Их готовят осенью, зимой и весной, до наступления по-настоящему жарких дней. Тесто для махара очень капризное, поэтому перед тем, как начать готовить, хозяйки загадывают желание. Если получится блин, значит желание исполнится, а если нет, значит еще не время. Ингилои уверены – всему свое время. Здесь не принято торопиться, чтобы в попыхах не забыть старинные традиции. В селе даже воду хранят не в холодильнике, а по старинке – в тыквенных сосудах на деревьях. А к колодцу ходят не только за водой, но и за семейным счастьем. Айша! Девушки собираются у колодца каждый вечер. Обсуждают последние новости и сплетничают. Это прекрасный способ и себя показать, и на других посмотреть, и подходящего жениха найти. Парни тоже приходят к колодцу, чтобы выбрать невесту. Первый шаг по традиции делает старейшина семьи. По просьбе внука он подходит к девушке с просьбой угостить его водой. Если девушке жених по душе, то она сама наполняет кружку водой и подает посланнику. А если нет, то старца поит водой кто-нибудь из замужних соседок. Ингилои пьют воду из колодца и перед дальним путешествием. Отпив несколько глотков, остатки выливает на дорогу, чтобы капельки воды, превратившись в дорожную пыль, позвали путника обратно. И он вернулся в гостеприимное ингилойское село.